Жители Нарьян-Мара выбирают приоритетные для благоустройства территории. Рейтинговое голосование проходит с 15 по 21 февраля. Территория, набравшая наибольшее количество голосов, будут благоустроены в первую очередь. А дать свой голос можно через систему «Народный контроль» на портале народ83.ру, а также через официальную группу города Нарьян-Мара в социальной сети ВКонтакте. Список территорий, претендующих на первоочередное благоустройство в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году вошли 6 площадок. По количеству набранных голосов будет определена очередность их благоустройства. Общее финансирование проекта составит более 50 миллионов рублей. Власти города особенно радуют, что жители города за 3 года реализации программы действительно поверили в успешность ее работы. В прошлом году проводили достаточно мощное рейтинговое голосование и были очень удивлены активности горожан. То есть по тем территориям, которые были предварительно отобраны и собраны дизайн-проекты, мы только воочию люди пришли и личными подписями проголосовали больше 3,5 тысячи человек. То есть востребованность жителей в комфортной среде, в интересных зонах, в интересных местах, где можно было провести время, она действительно сильна. Ранее администрацией окружной столицы был организован сбор заявлений от граждан с предложениями территорий, которые необходимо благоустроить в 2019 и 2020 годах. В общей сложности на рассмотрение общественной комиссии поступило 8 заявок, по результатам рассмотрения которых на рейтинговое голосование вышли 6 общественных территорий. В 7 местах, общественных местах города расставлены вот такие вот плакаты, где каждый житель может подойти, взять бланк, написать ту территорию, которую он хотел бы видеть благоустроенной в будущем, положить заполненный бланк и в обязательном порядке, сроки мы в этом году сказали достаточно длинные, приема заявок, эти предложения будут рассмотрены, и если территория будет соответствовать требованиям как общественной территории, то в обязательном порядке они войдут в рейтинг голосования 2020 года. Напомню, Нарьян-Мар является единственным населенным пунктом региона, где жители определяют приоритеты благоустройства голосованием. По условиям постановления правительства России, рейтинговое голосование проходит только в тех муниципалитетах, численность населения которых превышает 20 тысяч человек. Александра Литкова, Леонид Шишилов, телеканал «Север».